Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем Законодательной палаты Олии Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмаиловым посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в аллее почетного захоронения. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. В Шаидле Архиябаны делегация посетила могилы героических сынов Азербайджана, павших в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны. Mm-hmm.